последний пункт в райдере – это портрет Дали в гримерке. Обязательное условие. Но без него нет концерта. И приносит? Приносит. Если нет, ну что, идет менеджер ругаться, типа, какого черта нету, Дали. Вы портите настроение артисту. Бара-бара-бам, пум-пум. Еще. Ребята, как ваши дела? Как настроение? Это со звуком будет? Да. А, тогда не заглядывалось. Ой, очень хорошо. Нам очень нравится здесь. Нам очень нравится? Очень приятно находиться здесь. Мать и бог даже. Это так все элегантно. Не знаю, что им, но мне подходит. Девочки, такие девочки. Я прошу Лизу снять трусы. Это с микрофона, между прочим. Так, потому что у нее видно. Смотрите. Мы видим резинку. Но я знаю, что некоторые девочки без трусов. Я не проверял. Привет. Такие ведь пустых запишек, знаешь. Я тебе просто же макарон принесла, думаю, да ты нет. Я так не люблю высоток в житті. Італіана мафія. Мафіози? Я так само підтримую Лесю. Скажи, ну що, з'їв вареник, сметанок, не дожилось, ми розумієш. Чуть-чуть, во-первых, распластайся, когда ждешь. Да, уже коснись пальчиком, да, чтобы это было понятно. И вы когда вращаетесь, все-таки в тесно, вы чуть-чуть, даже не помнишь, он показывал, да. Прямо уже ты вот все-таки больше, чтобы это было теснее. Хорошо. Хорошо? Не вопрос. И все. А кто-то любил петь раньше вентилятор? Разговариваешь? А, да, и так... Я так любил петь всегда в детстве. Чем здесь прям так? А, потому что для кушек, да. А ты мне как аксессуар. Не, ну красиво так, конечно. Мы идем на грушбазар, блядь, собрались. Я же хочу, что на грушбазар. Одену шляпку. Типа, вышли. И вот так же оденемся? Не, говорит, еблом посидим. Нас в кафешке узнали, что Мел сделал. Так очки, так, Лиза, уходим быстро, уходим. Посветил еблом, максимально продал просто. Не, просто типа, я же не планировал это делать. Когда я запланировала, то она сразу... Да, конечно, да, конечно. Пора, пора. Да, да, да. С кем сфотографироваться? Хорошая пуза. Пусть джуси. Джуси на тусе. Джуси на тусе.